Всем доброго дня. Это видео посвящено семинару, который прошел в Болгарии в июне 2019 года. И, собственно, вот в этом видео вы увидите какую-то часть фрагментов, связанных со спарринговой работой. Ну, во-первых, я напомню просто для тех, кто смотрит наши видео в первый раз, напомню, что на этом семинаре не было у нас оператора, не было профессиональной съемки, поэтому большинство нашей работы осталось, во-первых, за кадром, во-вторых, очень много, естественно, было моментов, когда мы оказываемся там спиной, например, к камере, когда заканчивается аккумулятор камеры и так далее. Таким образом, ну, наверное, процентов 10 из того, что было снято на этом семинаре, вы можете так или иначе увидеть. В частности, вот эта вот спарринговая работа, она то же самое, она несколько нарезана, естественно, потому что большинство все-таки этой работы оказалось за кадром. Еще о чем надо на всякий случай упомянуть, о том, что это видео и подобные видео нашего канала снимались совсем не для самопиара какого-то, не для продвижения канала как такового, а под давлением общественности, потому что подписчики многие хотели увидеть какую-то спарринговую работу, связанную с традиционными китайскими боевыми искусствами. Ну и вот, в конце концов, удалось это сделать, потому что люди, которые приезжают на семинары, я еще раз напомню, не все хотят, чтобы их видела вся общественность, чтобы их лица и их работа была выложена в качестве видео на канале. Поэтому вот такое соглашение, это большая редкость. Спасибо большое Михаилу, который приехал на этот семинар и позволил снять хотя бы часть того, что происходило на этом семинаре. И на всякий случай должен еще заметить для начинающих, ребят, вот то, что вы видите, это не является воплощением, идеальным воплощением, во-первых, традиционных китайских боевых искусств, во-вторых, не является идеальным предложением по поводу того, каким образом следует вести спарринговую работу, не является окончательным решением для таких спарринговых работ и так далее, да? Еще раз напомню, что это просто часть того, что, во-первых, происходило на семинаре, только часть, очень маленькая часть. Во-вторых, для вот этой спарринговой работы каждый из партнеров, ну, как это всегда в спарринговой работе, ставит свои собственные задачи. И эти задачи, чем более вы продвинуты в боевых искусствах, тем уже эти задачи, тем локальнее эти задачи, тем сложнее, соответственно, вам работать в этой спарринговой работе. Поэтому, как я уже сказал, вы видите только часть, во-первых, съемок этих, во-вторых, только часть возможностей традиционных китайских боевых искусств там, и так далее. Итак, хорошего вам просмотра. Не забудьте подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик, подписываться в Telegram. Все пароли и явки внизу в описании к каждому видео нашего канала. И хороших вам тренировок.
Спасибо.